33-я школа, то ли 20, то ли 30 рублей. Так что. Уже диспетчера, но надо установить. Это все программа. Все программа считаю. Диспетчера приняли, программу занесли, все, дальше автоматика. Все. Я бы заменил его еще. Да, ну, давно уже так. Это до войны здесь раньше было, что сразу садишься, тебе сумма указана. Окончательно без счетчиков. А уже вот после войны все по километрам. Километры, минуты. А сам откуда? Частенько у вас раньше бывал там, по старой работе. На шахте где-то? А? На шахте работали? Нет, кинолог я был. 28 лет был кинолог. Извините, а кинолог это что? Фильмами занимались? С собаками. А, извините. Собаки. Да, собаки. Продавали? Продавали, дрессировали, выставляли, стригли, лечили. Все, что касается собак, все у нас было. У нас в свое время в Свердловске были лучшие Кавказ по Украине. Вообще хороший городок. Я ездить в него не любил, за саму дорогу, вот это вот. А, особенно от Краснодона до Свердловска. А, ну что, дороги такие. Уже попадешь. А ну, первое впечатление как осталось? Тут сейчас на партизан страшно ездить и провести со Свердловска. А, ну там, там, да. Особенно Ровеньки это вообще. Тоже вроде... Ну, отсюда до Ровеньков вроде сделали, а дальше там тоже бывший совхоз Ровеньковский, до него добраться там вроде 3 километра. Сказали, что делают дорогу. Да, ну сказали. По телевизору ночью рассказывают, а на деле. Оно прям чувствует.